Мы идем туда, вниз. Смотри, Юра, сколько там висит чучхелы. Офигеть. Я уже рассказывала, как мы купили в Батуми и все забыли в холодильнике. Мы здесь не сядем, мы сейчас найдем специфический. Может быть, в этом магазине. А, мы в этом покупали. Мы в этом покупали. Вот столик этот. Вот да? И монетки, которые. Точно. Знаешь, мы были в прошлом году. Вот, да. Вот здесь мы сидели. Тамара. Вот мы здесь. Вот. Как же мы попадаем? А вот, пожалуйста, Виталий. Виталий, можно начинать пробовать. Виталий, пробуй и скажешь, какой у тебя. А это мне нужен. Стульчики вот, пожалуйста. Здесь тут. Нет. Нет, нет, вот сюда. Мы еще попробуем. Вода? Когда мы в прошлый раз были здесь, еще начинается, наверное, как и, вода. И они нас столько дегустировали, что они уже дегустаторы, они уже. И когда это все это кончилось. Да не, не, не. Так вот уже там. А он тут. Совсем не стоит копать. Не бить посуду. Не бить, я. Если мы это все купим, мы не уедем отсюда. Помню вашу историю про монетки, что, да. Что все магазины у вас украли ноу-хау с монетками. Да, да, да. Да, да. Да. С монетками украли и внедрили в себя. То есть это вот полдиатство такое. Сядем, здесь сядем. Сколько стоит? 27? Ну нормально. Давайте. Чуть-чуть там. Больше. А вот она. Вот она. Попробуй глоточек, понюхай чуть-чуть. Она если не пьет, то она никогда не поймет. Да, вкусно. Прыгай, да, будет. Я не понимаю. Да, попробуй. Ну-ка, оцените. Я так не пойму. Нет, давай. С такого количества нельзя понять. Нормально? Кисловатенько, да? Не, нормально, нормально. Да не пошло. А другой есть какой-то вариант? А может кончкару попробуем что-нибудь такое? Ну, кончкара на полусладкая. Она полусладкая, кончкара. Дайте попробуй. Кинзмараулик, кончкара всегда полусладкая. Дай поснимать. Нет, давайте такое, чтобы вот мне, допустим, оно тоже показалось. Кончкару забрать. Нам что-нибудь помягче такое вот. Помягче? Да. Ну, может быть, не совсем сухое, может быть, полусухое. Полусухое на пробу нет, к сожалению, есть полусладкое. Давайте полусладкое. Ну, а вот это наливай. Ага. Кинзмараули это, да? Да. Да, ну, чуть-чуть это, тоже. Это прям вкус. Вкусный, такой. Да? Это прям прям не это. Чуть-чуть. Как компот. Я сам? Сейчас пылесосовый. Но это и поинтереснее. Вот это. Давай попробуем. Как называется? Это сапирауль? Ой, это тоже красное, да? Как? Вот это хоть? О? Нет, тоже чуть-чуть. А вам? Ну я тебе... Я не ничего. Мне помкать. Не пьет. За один не, то лучше, который перед этим был. Ну давайте то возьмем. Ну подожди, ты куда спешишь-то, а? Дай распробовать-то. Ты, дело в том, что, Виталий, ты не сможешь распробовать. Ты одно, второе, третье, ты уже у тебя мешается вкус. Все, да? Ты уже не понимаешь. Ты уже, да, у тебя. Это почему как когда, да? Когда дегустируют, например, духи. Ты духи. Здесь не работаешь на полставки? Нет. Ты мой друг или его? Я согласен. Нет, я просто говорю, когда нюхают духи, вот специально почему нюхают этот кофе, он оттеняет. Ну а сейчас нам что, вот мы пьем, что нам нюхать? Кофе же нету, что как понять, вкусно ли? Кофе мы нет, просто... А это грузинский тоже, да?
А может белое какое-нибудь попробуем, интересно. Да. У нас просто есть предложение, нам нужно... Таксист, я уже сказала. Мы как-то уже так... Нет, знаете, таксист хорошо, просто обслуживание у таксиста не будет то же самое. Да. Чтобы вот объяснили, они должны знать, как это, куда-то идти, все посмотреть. Таксисты не тоже. Ну, обращаться Ну, потом наливать что-то. Ну, что, как они наливать? Где бы мы еще попили вина днем, слышите? Среди белого дня. Как-нибудь берись. Давай, вот надо 40-килочек, у нас так с полными бокалами. Сбоку. Чтобы, ребята, ваши... Какая хочешь? О, ну, охота лехала, уже 2 кофе. И сколько стоит чача? 35. Так, умножаем сейчас. Это примерно, так скажу, 700. 850. Чача получается. Дай-ка попробую, вот это вкусное. Вкусно, да. Попробуй чуть-чуть. Ну, хотя бы прикупить. Да. Для настроения, для крови. Конечно. Самое главное. О, отлично. Че? Так зайку спаи. Попробовала? Сладковато. Теперь нам посоветовали экскурсионное бюро. Сейчас мы сюда выдвигаемся. Виталий, что получилось по деньгам? Ларь 75. Это на наши деньги? А на наши деньги сколько получилось? Книга почем? Вот такой пакет получился. Так я не могу посчитать, сколько это получилось. Она сладкая, но мелкая, но она не вся такая, видимо, местная. Ну, а как, стоит? Помнется? А это? Это по 3,50. По 3,50, что дорого, да? 3,50 это сколько? 75 рублей и еще... Короче, 85. 85 бесподобно, возьми. А это на сколько получилось по рублям-то? Не могу посчитать. Ну, 24 рубля и... 50 рублей, короче, такой. На 45, такой пакет. Ничего себе. Пакет. Перский, или что это? Абрикосовый. Сейчас все равно возьмем. Может, вернуться тут по 2,50 здесь, если тебе его. А может, клубнички вот этой возьмем? А? А клубники не будут? Это домашние? Тут абрикосы есть. А абрикосы почем у вас? А можно попробовать? 75 рублей получается. Правда, что я горы? Вкусный? Давай, бери. Как мед. Ну, давай, сколько. Я не буду, не буду. Боюсь. А дайте пакетик нам тоже. Очень вкусно, Виталий говорит. Да? Еще бери еще. Ага. Через раунд, что будем ходить? 3,50 еще билет, сам считай, это 3 гарантии. Нет, а вы вот эту хотите? Она какая-то мелкая. Еще мелкая, нормально. Не-не. Не хочешь? Я сбегаю тут рядом. 4, да? 4. 6, да? 6. Ну ладно. Хорошего вам торговли. Что, я схожу, да? Заделай, быстро. Больше. Продолжаем двигаться по улицам. Сейчас мы заходили на рынок, купили дешевых фруктов и идем в сторону станции метро. Получается, у нас слева-справа торговые ряды. Вот обменник, курс 2,40. То есть на 100 долларов мы сколько купили? 240 лари. Ты рассказала, как мы заходили сейчас в кафе? Нет, я только включила камеру. Мы заходили в кафе сейчас. Нас там угостили очень вкусным коньячком. Такой необычный у него вкус, шоколадный. Знак российско-грузинской дружбы. Ну да. Причем самое удивительное, здесь заходишь в кафе и чувствуешь, что как будто ты людей этих 100 лет знаешь, да? Сели, не хочется ни уходить никуда. А здесь, конечно, вот мы идем,
И тут уже, вот там впереди вокзал, грязище по колено. Видите, как очень много попрошаек, мусора. Блин, теперь ты сезон. То есть мы сейчас идем в метро. Вон там впереди карточка у тебя. Конечно, метро здесь своеобразное, очень тусклое. Ну, короче, средство передвижения, конечно, всего это 28. За 28 мне отдают эксклюзивно. Эксклюзивно. Еще смотри, вот это чичхера еще в подарок. Сегодня не будешь? Да. Это для стимула. А вы так, вы именно стимулируете покупать? Да, Виталик, если хочется, нужно обязательно купить. Вы меня простимулируете? За 20 простимулируете меня, я прямо сейчас куплю. Или вообще не продадим ничего себе. Даже завтра придешь, мы с ними продадим. Блин, они меня пустили, видишь, даже как... Как своего. Да. Спасибо. Мы у вас к вам идем, мы просто гуляем сейчас пока, ладно? Что есть? А? Чача? Да, вот здесь. О! А, да, смотри, химкали есть. Офигеть! А что, как интересно. Вот это на подарок прикольно. Классно, да? Сколько такая стоит? 15. Ну, 15, что-то... Дорого. Дорого, но зато как по-грузински, да? Чача и... Чача. Хингали, слушай, я еще думаю, как хингали хоть чача будет. Смотри, молодцы какие, а. Чего только нет у них. Ну правильно, работают люди, чтобы да. Ты был это. Смотри, ты вернулся снова. Грузины какие хочешь. Слушай, мне такие нравятся, Виталий. Хочешь танцуй, хочешь. Вот, хочешь бухай. Барашка, смотри. Слушай, я такую хочу. Какую? Красивую, что поставить. А мне вот та нравится, такая, как крепость. Да? Ну, скажи. Нет, это не пьёшь. 20 возьмёшь тут же. Первый, и классику. Я ничего не говорю. А, сам потом пойдём и забыл. Вот это сколько стоит? 25, да? Вот как это 25? Сколько стоит? Вот в чём отличие? Я молчу, но покупаю. Это настоящий? Да, очень хороший. А Виталик, вот видишь, нахватит. А сколько это? Не берёшь, но не берёшь. Я покупаю. 85 лари, да? Нет, смотри, Юр, я хочу сказать. Глянь, логически, смотрите, такой, ты 17-летний коньяк. Да ты что, покажи, смотрите, какая красота. Сколько стоит? 85, да? 85. А мне поинтересовали, заинтересовали вот эти чачи. Как сувенир, я вот такие возьму. Мы тоже возьмем. Нет, такие. Если будут знать, что он прям настоящий, так, правда. Купите или нет? А, все. Я беру, я покажу. Я беру, вот, пожалуйста. Слушай, ну неужели правда 17-летний, а? Виталик, хватит уже, а давай. А, он в этой бутылке идет, да? Да, да. Он как в красивой бутылке идет. Недалеко же мы отошли от отеля. Не говори. До ближайшего магазина. Какая красота. 85 лари, это сколько рублей? Много. Много. Это 2000 где-то, да? Это 17 лет. А такой вообще грузинский коньяк, чтобы был красивый, но не очень дорогой, да. Вот на подарки нам. Это сколько стоит? Это такой, но 5-летний. Это сколько стоит? Это 25. 25. Это сколько я все время? 500 и еще... Это тоже 300. 25. Это 28. Ну, вот такая же, как в этом. Московская, нет? Вместе дружили и радовались успехам друг друга, но не воевали. Вот да. Это мы зашли в... Воевать не надо. Мы зашли в магазин. Так по всему магазину пройдешься. Ты напьешься с вечером. Мы просто сегодня весь день ходим, ну, коньяки, вот. Мы куда ни зайдем, нам везде наливают. Это чача из чего? Это бабушки на чача. Нет, ну, из чего? Виноград. А вот мы вышли погулять по ночному Тбилиси. И вот это вот все, где мы были днем, мы сейчас видим освещение. Меня интересует еще вот этот момент. Вот этот мост, по которому мы ходили. Сейчас я его вам покажу. Видно? Смотрите, все как получается, все обалденно светится. Вот я немножко увеличила, вообще очень красиво.